И кого же капитан Кентавр, очень дружная команда, будет благодарить? Команду концептуальных идей Rush Openhead в лице всех. Я перестаю понимать. И дешевый одяг из Европы. Вот это я понимаю. Удачи, ребят. Поехали. Привет, Одесса! Здравствуй, фестиваль! И сразу начинаем с полной импровизации. Дайте слово из зала, и я зачитаю фристайл-рэп на эту тему. Слово! Что? Актуальный рэп, да не проблема, братишка! Есть одна страна, почти нищая. Дорожает каждый день у них вся пища. Доллар скачет, решение есть. Одно я чую, а давайте-ка все нахрен переименую. Чувак, это было крышесносно. Раскачаем этот зал. Начинаем. Друзья, главный герой последнего сезона шоу «Холостяк» – футболист белорусского клуба «ФК Торпедо», которая занимает 7-е место из 12 в белорусской лиге. Мы решили приоткрыть завесу следующего сезона. Итак, представьте, главный герой Игнат, установщик бойлеров «Аквафор» по области. Финальное свидание. Ну, вот и финалочка. Прикольно. Генделек наш, гуляй. Ну, а как ты вообще в проект попал? Ну, дела сейчас идут хорошо. Аквафор на вершине мира. Прикольно. Бойлеры раскупают. Мы number one. А сколько стоит установка? Установка, сетап, сетап. Сетап 2700 плюс 300 чай. Прикольно. Но там чай в контракте прописан. То есть это уже мое. Но на хлебушек хватает. А ты неплохо зарабатываешь, да? Ну, смыкай сама. Если установка 2700. Прикольно. А в день же можно не один раз установить. Тем более мы их из Польши гоняем. Импорт, Евросоюз. Прикольно. Скажи, а когда я пришел на первое свидание в комбинезоне «Аквафор», тебе понравилось? Да, очень. У меня еще поло есть. Серьезно? Ну, я заряженный в компании. А у тебя хобби есть? Да. Я собираю шторы всех цветов радуги. Да ладно. Скажешь еще. Сейчас думаю продвинуться и на каждый цвет по 3 оттенка собрать. Псих. Такой я человечек. Я тебя люблю. Я не могу ответить взаимностью. Че? Мне кажется, ты со мной только потому, что я с «Аквафора». Не. Я ухожу. Да подожди. Я ухожу. Алло, «Аквафор», можно мне сетап на 14-е? Желательно Игната. Друзья, смотря на нашу форму, можно понять, что мы команда небогатая. И в Одессе на фестивале нам дороговато. Поэтому мы предлагаем 3-й фестиваль Лиги Смеха провести в другой жемчужине у моря – Кирилловке. А почему в Кирилловке будет так же круто, как в Одессе? Внимание на экран. Не знаете, где провести лето? Надоели обычные поездки на речку? Не беда! Кирилловка! Раньше называли Кирилла Мефодиевка, но посчитали, что алкашам очень сложно выговаривать эту фразу таксистам. Мне, пожалуйста, в Кирилловку. Поэтому сократили долг. Кирилловка!
Зачем ехать на море за границу? Ведь все есть в Кирилловке. Зачем далеко ходить? Хотя далеко ходить все-таки нужно. Мало кто знает! Название Кирилловка произошло, когда некий Кирилл, убегая от собак, перепрыгнул через забор, и бабка крикнула ему: «Кирилл, ловко!» Дубаи раньше были пустынным местом, но позже там появилась нефть. И... Кирилловка – пустынное место! Вспомним, что было, когда нефть появилась здесь. На гастроли в Кирилловку приезжают такие известные люди, как Олег Верещагин, Игорь Водонос, Илья Беляев, Сергей Чернет, Александр Смирнов, Ткач Ярослав и... Шура! Чтобы услышать звук моря, нужно прислонить к уху ракушку, чтобы услышать Кирилловку! Кирилловка! Не поедешь? Я расскажу твоей мамке, что ты лох! Друзья, ну и в конце. В прошлом году ни одна из команд Днепропетровска не прошла в сезон. И в этом году за нас замололи словечко. Если такое повторится еще раз... Можете искать другие банки. С любовью, капитан Кентавр. Спасибо. Капитан Кентавр, город Днепропетровск.